железная дорога. Здесь находится центральная станция детской железной дороги. Сегодня я сделаю обзор всего советского парка. Тогда была только тренировка, сейчас мы сделаем обзор всего парка, проедемся по внутренней железной дороге и внешней детской железной дороге.
Thank you.
это вся прогулка по Советскому парку. Два маршрута, один короткий, другой длинный детской железной дороги. Дальше небольшой обзор детской площадки, спортивной площадки, футбольного поля и свободной зоны для отдыха. Это лавочки, травки, шахматные поля большие для игры в шашки, шахматы. Ну а также дорожки для бега с подсветкой. Но это уже вечернее время. Спасибо, кому понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки. Пишите в комментариях, если хотите что-то еще увидеть. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!